Когда-то Бог землю потопом омыл, а ныне огнем очищать ее будет. И раньше Господь глашатай трубил, и ныне трубит, чтоб покаялись люди. Пока день сожжения земли не настал, пока есть и место, и время в лимитах, спешите в ковчег Иисуса Христа, спешите, пока дверь спасения открыта, спешите, спешите в ковчег Господний, ковчег спасения, спешите, спешите, пока есть место, пока есть время. Господь мог и раньше огонь свой излить, и не извещая явить свою силу, но ныне призыв к покаянию звучит, и этим Господь проявляет к вам милость. Постой, человек, хоть души своей крик услышит у дверь, не пройди стороною. Господний ковчег набирает святых, последний войдет, и Бог дверь ту закроет. Спешите, спешите в ковчег Господний, ковчег спасения. Спешите, спешите, пока есть место, пока есть время. Спешите, спешите в ковчег Господний, ковчег спасения. Спешите, спешите.